Сегодня буду делать коронавлог. Сегодня я захотела сделать влог, друзья. И сейчас рано утром я стала, в 6-7 часов, потому что у нас онлайн-уроки. И я сегодня хочу сделать сок апельсиновый. Так, сейчас возьмем два вот таких. И вот такое нам нужно. Я очень люблю этот сок. Сейчас мы его сделаем. Нам еще нужен ножик. Я даже не помню, какой это. По-моему, вот этот я всегда беру. И сейчас будем резать. Так. И будем выжимать. Вот, у нас такая мякоть, вот она видна. Так, вот она мякоть. Сейчас будем резать второй апельсинчик. Тут очень много мякоти видно, видно.
Сейчас я вам покажу, какой сок получился. Через пару секунд. Вот, тут очень много мякоти видно. Сейчас откроем. И посмотрим, какой сок вкусненький получился. Он очень плохо виден, потому что крышка красная. Вот, сегодня еще будет, наверное, ужасный день, друзья. Потому что в моей школе очень много иногда задают. И иногда дни до пятницы покоя почти нет. Если тебе понравилось это видео, поставь лайк и подпишись на канал. Пока!